Сегодня заслуженный артист Беларуси, легендарный диктор Илья Курган отмечает 90-летний юбилей. Несколько поколений белорусов хорошо знают его голос, который почти полвека будил всю страну словами «Говорить Минск». С юбиляром встретилась Наталья Бордиловская. «Говорить Минск», 10 годин, 15 детей. Начинаем передачу для детей. За место хмелин я сказал. Детей. Ён не саромеется рассказывать про хибы. Для микрофона ж заўсёды працаваў у прямым эфиры. Але адыход от зацверджанага редакторами тексту бывало ратаваў. Например, у 1948-м, коли до 70-годзя Сталина, Кургану доручили читать информацию с пометкой «Терминова». И вот я читаю «Сталин и армия». Сталин – причина бездольности советской армии. А я не видел текст. Я прочитал, естественно, Сталин, причина боездольности. А, пропустили. Боездольность. Боездольность, бездольность. Представляете, две. До передачи маль не рыхтаваўся, читал с листа. Варатоўвалі данные. Голос и актерство, якому навучаўся профессийно и раней за дыктарство. Выпускник театрально-мастацкага института, вучень Міровіча и Орлова. Я на сцену ходил, допустим, где-то вон я на сцене, видите? Но я читал стихи, там то-то-то-то-то. Но в театре я уже не работал. Хотя мне все хотелось в театр. У недавнем минулом ён выкладал сцену маўлення у аудиториях Академии мастацтваў. Профессор, долгий час консультант Купалаўскага театра. Самого ж у актерства калісьці провела любоў. Поступал за компанию с будущей жонкой, актрисой театра юнага глядача Ірыны Андреевой. Не глядячи на дрэнное надворье, ільнаводы Березинского района завершили уборку льну. На радио трапил амаль выпадково. У послевоенном эфире был дефицит на мужчинские поставленные голосы. Курган пришел по объяве, потребуется диктор-практикант. У профессии застався на 10-годзе. Тут же взял псевдоним. От Эйдельмана до дзявочага прозвища мати, теперь познавальная Курган. Зрэшты, батьки Кургана у 30-х с Борисова переехали в Минск. У столицы сустрели войну. У першую ж ночь батьковская хата была спалена. Семья разом со шматликими беженцами самостойно под бомбежками спробовала эвакуироваться. Младшего моего. Он был еще маленький. Она его клала на мостовую, ложилась на него, когда этот прилетал. Я говорю: мама, ты хочешь, чтобы две жертвы, что ли, были? Она же не понимает, что пулемет, ты прострелили. Сегодня Кургану 90. Ён не ходит на «Червоную 4», але по-ранейшему для всех диктор и по-ранейшему выкладая. И, конечно же, приемник по-ранейшему настроивая на хвале белорусского радио. Наталья Бордиловская и Виталь Сялявка, агентство «Теленавин».